Вы знаете, что такое когнитивный диссонанс для мужчины? Я вам сейчас расскажу. Нас с детства учили, что мужчина сильный, умный, выносливый. Он создает что-то новое и изменяет этот мир. И это действительно так. И мы решили, что раз мы все это делаем, то мы должны быть главными в отношениях. А женщине отвели роль помощницы, боевой подруги, хранительницы очага, матери. Или чем они там еще занимаются. Но на самом деле все это работает совсем не так. Когда женщина говорит, что мужчина умный или умелый, это совершенно не значит, что она отдает должное его способностям и талантам. Она просто хочет, чтобы он за нее сделал какую-то работу. Когда женщина говорит, что мужчина сильный, это тоже не значит, что она его хвалит. Это значит, что, по ее мнению, он ей должен уступать и во всем помогать. А когда женщина говорит, что мужчина выносливый, это значит, что он должен терпеть, не иметь своих интересов и героически отдать свою жизнь на то, чтобы служить ей. Когда женщина вас хвалит, то она на самом деле вас не хвалит. Она просто пытается вами манипулировать в своих интересах.